Состояние ребенка, который едва не задохнулся в печи гаража в городе Кошелм Акмолинской области, стабильное. В столичном управлении здравоохранения сообщили, что его перевели из реанимации в профильное отделение. Напомню, 7-летний мальчик вместе с сестрой играли в гараже. В какой-то момент они залезли в печь, дверь которой случайно захлопнулась с обратной стороны. Выбраться самостоятельно дети не смогли. В результате ЧП девочка скончалась на месте. Ребенок по линии скорой помощи был доставлен в многопрофильную городскую детскую больницу номер 2. В экстренном порядке был госпитализирован в отделении реанимации интенсивной терапии. Инцидент произошел 14 мая. Сегодня его состояние уже улучшилось. Он из реанимации переведен в профильное отделение. Состояние здоровья стабилизировалось. Жизни его ничего не угрожает. И находится в сознании. Будет продолжать полное стационарное лечение до выздоровления.